Город стал совсем другим. Так выразился о Чебоксарах заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин. Он приехал с рабочим визитом в Чувашу и встретился с главой региона Михаилом Игнатьевым. Я здесь был в конце 85-86-х годах. Ну, сейчас не узнаю город. Посмотрел набережную. Здорово. Большая, огромная набережная. Есть там, где развиваться. Ну, Волга. Да. Это наше богатство, по сути дела. Рафаэль Марданшин также отметил хорошее качество дорог в регионе. Михаил Игнатьев, в свою очередь, обратил внимание, что преобразить облик столицы и других городов республики помогли такие федеральные проекты, как безопасные и качественные дороги, формирование комфортной городской среды.